Здравствуйте! Сейчас мы с вами попробуем изготовить блесну бас своими руками. Для этого берется заготовка, вырезанная по шаблону, толщиной 2 мм. Ложим на призму и притупленным зубилом гнем узкую часть заготовки. Берем оправку и с помощью выкладки шарика делаем сферу. Подгибаем край, но не сильно. Обстукиваем края. Поправляем. Как видим, за несколько минут нам удалось сделать блесну. Осталось просверлить отверстие. Спасибо за внимание. Удачной рыбалки. До свидания.